30 января в Малом зале ЦРТДИЮ состоялась торжественная церемония вручения благодарностей победителям 3-й городской олимпиады младших школьников по предметам начального обучения среди школьников 3-4 классов и 2-й городской научной конференции молодежи и школьников «Наука, творчество, развитие». С приветственной речью перед воспитанниками дошкольных учреждений, их родителями, учащимися школ, наставниками детей выступил начальник управления образования Антон Шершов и преподнес благодарственные письма за эффективную работу и достижение высоких результатов в учебной деятельности. Всех присутствующих в зале ожидал сюрприз. На сцене появились Дед Мороз со Снегурочкой. Гости поздравили детей и взрослых с наступившим годом, с успехами в учебе и вручили виновникам торжества сладкие подарки. Участники церемонии исполнили новогодний гимн и сфотографировались на память. За активное участие в олимпиадном движении благодарности получили также педагоги, подготовившие детей.